не в рамках второго часа, второго тура лиги АПЛ ФЦА с участием команды Ливерпуль в бордовой форме. Команда Атлетико де Мадрид. Красно-белая матраса.
воздух выиграет защитник Ливерпуля. Удар в нижний угол Стюарта. Красиво было. Как... Кипер отбивает. Ой, уже тут каким-то чудом реагировал, потому что с третьего раза все-таки удается забить.
Ливерпуль сегодня просто день Испании. Три матча, три победы испанцев. На этом завершаем трансляцию. Спасибо всем за внимание. До свидания.